Приветствую вас на канале Asmo Deplay. Мы продолжаем играть в Хогвартс. Наследие. Так. Продолжить. Что, метлу купили? Летать летаем. Даже не знаю, чем заняться сейчас. А, капусту собрал. Можем слетать на одно испытание. И там я, правда, не знаю, за чем мы там бороться будем. Ну, такое испытание, бои, короче, можем попробовать там побывать. Так, еще испытание у меня есть, испытание есть Мерлина недалеко от деревни, но я не прошел. Ладно. Давай. Опа. Опа. Полетел, полетел, полетел. Ё-моё. Ну давай, открывайся. Блин, я думал, это ключ. Полетел. Ревелио. Звал меня. Я надеялся на встречу с вами. Вот и меня увидеть. И вы вернулись наконец-то. Министр Свеб больше не говорил, чем слушал. Все разглагольствуют о непокорных драконах, а о гоблинах не желает слышать ни слова. Кстати, о гоблинах. Прослушайте, профессор, пока вас не было, произошло столько всего. Ваш друг мистер Оливандер прислал мне сову и попросил найти украденную у него фамильную палочку. Правда? И пришлось отправиться в советник, как он и сказал, а там были статуи. Какие еще статуэтки? И как они оказались в советнике? Да, в общем, мне удалось найти тайное убежище, где и был призрак Ричарда Галт. Кто такой Ричард Галт? Он когда-то учился в Хогвартсе, так вот он рассказал мне о тайной пещере. Мне удалось добраться туда, и возле останков Хагварда обнаружились утерянные... Неужели все-таки нашлись? Диски, да. И поскольку Галлах успел воспользоваться изображенной на них картой, то вместе с тем, ну и короче, попал. Хотите верьте, хотите нет, но это комната. Так вот, и почему меня это не удивляет? Мне хотелось верить, что вы это скажете, и нам стоит туда идти все-таки. Правильно я понимаю, так? Нам предстоит туда идти. Кстати, у меня группа поддержки. Видите? Кто их знает? Кто их узнает? Кстати, помещение называется залом картографии, и нам ждет портрет. Профессор Рэкхэм, с нетерпением жду встречи. Как же этому Галкарту удалось заполучить страницы из книги? Очевидно, их стащил Пивз, а Галхард потом украл их у них. А, Пивз. Короче, Пивз козлина, еще та. В любом случае. Поверить не могу, все это время она была прямо у нас под ногами. Давай. Так, а мне еще, блин, на стол надо заработать, который сам варит зелье, какие попало. Но я думаю, ингредиенты мне не нужны к этому столу, потому что, ну, сам же будет варить что-то там, какое-то любое зелье. Вообще-то, что у меня никакого нету, пусть варит. Книгу. Положь книгу. Любопытно. Книга легла. На стол. Звездный водоем. Просто нет сил. Нужно. Кстати, это Гранд Кураж. Звездный водоем. Можете послушать. Красивая песня. Похоже, да? Все равно же по воде, мне кажется, ходит.
Это карта. Вот Хогсмид, а тут... Запретный лес. И, конечно же, Хогвартс. Восхитительно. Да. Давай, а что ты там увидел такого? Сейчас стартер придет. Нет? Жаль, что ты этого не видишь. С кем это он там? Поговорите с портретом профессора. Ага. Hello, Professor Rackham. Здравствуйте, профессор Рэкхэм. Мы поставили книгу на пьедестал, как вы просили, а это мой наставник, профессор Фиг. How you do, Professor Fig? Знакомство, профессор Фиг. And you, my young friend. Теперь вы понимаете, почему вам нужно было вернуться с книгой. I do. Понимаю, и еще мне ясно, почему вы назвали это помещение залом картографии. То, что вы так далеко зашли, говорит о наличии у вас необычайного магического дара, потенциал и сила, которые раскроются, если вы докажете, что достойны того. Место проведения каждого из четырех испытаний со временем появится на карте. Испытания призваны проверить вас и открыть вам бесценные знания. Но пройти эти испытания вы должны самостоятельно. Помните, воспринимайте в омуте памяти, которые вы видели в моей... Так, помню. Так, помните воспоминания в омуте памяти, которые вы видели в моем сейфе в Гринготсе? Ну, смутно. Ну, давай частично, потому что действительно частично помню. Я знаю только, что ты видел воспоминания, но без подробностей. My friend Charles and I spoke of the portkey and the trials we created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago. In light of the knowledge that we have been bound to keep hidden until perhaps now. So, так что же, ни переход из руин в Гринготтс, ни сокровищница, ни западная секция, ни поиск этой карты не были частью испытания. Это все важная часть пути, но не самых испытаний. Однако то, что вам удалось так далеко зайти, хороший знак. Испытания были придуманы для того, чтобы сила и знания, которые мы так долго держали в тайне, не попали ни в те руки. They will test your abilities, это будет испытание ваших способностей как врожденных, так и неврожденных. Но вот что не менее важно, все, что вы увидите во время испытаний, может вам решить, что делать с полученными знаниями. Запаситесь с терпением, испытания многому вас научат, но на это потребуется время. Боюсь, у нас нет такой роскоши, как время. Мы долго ждали, профессор Фиг. Уверен, еще чуть-чуть. Со всем уважением, сэр, хотя я не знаю, что за секреты вы храните, я знаю, что этому юному созданию удалось увидеть следы. Следы могущественной темной магии, которой владеют гоблины. И нам повстречался необычный могущественный гоблин, применяющий такую магию, когда мы хотели выходить из вашего сейфа в Гринготтс. Возможно, мы уже опоздали. This is grave news. Тревожное известие, друг мой. Вы доверяете профессору Фигу? You trust Professor Fig? I do. Как самому себе. В таком случае, учитывая ваши незаурядные умения и достижения, начнем. Место проведения первого испытания отмечено на карте под вашими ногами. Профессор Фиг может помочь нам в поисках места испытаний, но пройти их может лишь тот, кто наделен даром, как мы с вами. Shall we have a look? Взгляните на карту. Я думаю, мистер Фиг это тоже тот еще прохиндей. Есть у меня такие подозрения. Я знаю эту башню. Это недалеко. Может, вы и сами ее видели? Давай. Кажется, нет. Возможно, ваш юный друг путешествовал не так часто, как вы думаете. Как ваш наставник, я должен хотя бы пойти вперед и убедиться, что там безопасно. Присоединитесь, как только сможете. Что вы знаете об этой башне? Боюсь, почти ничего. Я десятки раз проходил мимо, а она стоит к северу от Хогсмида. Насколько помню, она выглядит заброшенной, но, очевидно, эта башня не так проста, как кажется на первый взгляд. Давай, встретимся там. А пока я буду осторожен, так и не говорите никому, куда вы идете.
Хорошо. Так. Задание выполнено. Ой-ой-ой-ой-ой, ну-ка давайте. Попробуем воспользоваться телепортом. Карта мира. О. Не, так далеко я не подрастирался так. Хопа. Да хопа. Да хопа. Хопа-хопа. Так. Так. Сначала сюда, а отсюда, я так думаю, мы на метле долетим. Полетим на метле. Как ведьмы. Сядем на метлу и вперед. Дорога зовет. Мои болельщики, кстати, за меня болеют. Бульбазавр? Скажи, скажи им слово. Сфирдо, вперед. Я выбираю тебя. Эх, вы. Ну ладно. Симба, я выбираю тебя. Иди сюда, я тебе поглажу. Вот ты мой кот-перекот. Хорошенький. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. Грацию, завораживающее заклинание. Это хороший способ умерить чей-то пыл. Once you've done that, come and see me. Хорошо. Сообщение прослушано. Давай. Хопа. Блин, а так вот можно между деревьев, да, летать? Опа, да, опаньки. Ну-ка, а тут где еще камни-то есть? На метле вообще, по идее, надо было все камни телепортации по-быстрому облететь. Опа. Так. Есть. И там что-то было. Так, поезжаем. Дракон, кто там проносится? Да, что ты сам-то летишь? Я тобой должен так-то, по идее, управлять. Где там еще огонек? А, нет, вот. Давай к огоньку летим. Опа, опа. Вперед. Как драконом ужаленный. Стой. Тихо, тихо, тихо. Где огонек? Все? Ревелио. Блин, под замком. Это нехорошо. А где еще? И еще под замком. Что-то так не прет. А вон она и башня. Кстати. Вот тут какая-то деревушка.
И испытание Мерлина. Seems a pleasant enough little place. Ну-ка давай. Could it be? Я знаю, что у меня есть источник. Так, а что надо сделать-то? Incendio. Rebellion. Это не совсем понимаю. Как это испытание проходится-то? Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, тут я как понял, надо как-то пробираться, забираться надо. Так, это скоро, на скорости надо, чтобы... Вот так. На скорости. Not so tricky after all. Прошел испытание. Образуется. Еще одну ячейку я себе освободил. Еще что-то, какой-то предмет могу подобрать. На один предмет больше. Понятненько, как она проходится. Так, теперь что касается меня. Ревелио. Что, серьезно, оно вот так должно быть? This looks intriguing. Так. А как тебя достать? Rebellion. Ага. Ладно. Вообще не то. Ну-ка, давай-ка спустимся. Ревелио. Конфринго. Ревелио. Соберем. Получите у меня. Обижайте хорошенького.
Никого не видно из злодеев и негодяев. О. Котелок с повышенной активностью. Смотрим. Нет, это маска. Вот шапка. На два всего лишь. Ячейка один, здесь ячейка два. Шарф. Ну, на 10. Так, это 2, это 1. Вот этот оденем. Уже. Прокачки всякие. Ой. Ну-ка, назад, 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 назад. Я кое-что увидел. Кое-что увидел. Так, коллекция таланты. Таланты. Ну-ка, темное искусство. Так, заклинание оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие. Вот так вот. Доступные задачи. Задачи какие? Задача, мадам. Так, лопните воздушные шары над станцией Хоксмит. Лопните воздушные шары вокруг поля для Квиддича. Хорошо. Хорошо. Давай, выбегай. Ревелио. Так, идем, идем, идем. Можно было бы, конечно, и взлететь. Левиосо. Так. Подожди, надо кое-что поменять. Так что ждите меня. На, вот так вот. Так, а у меня еще и невидимость, кстати, насколько это было прокачано. Так что не все так плохо. Ага, они меня, кстати, не ждут. Но. Да подожди ты. На. Ах ты так. На. На. Падла. Опа. На. Ревелио. Все? You've one less follower, Ranrock. А, вот так. В свое время наделал бутыльков, так что. Мне пока повезло. Что у нас еще есть? Перчатки. Ревелио. Так. Ну-ка, давай-ка проверим вот здесь. Инсендио. Ой-ой-ой. Акио. А, она с той стороны. Левиоса. Так,
Ладно. Lumos. Давай. Revelio. Опустились. Полетели, полетели. Сели. Это я немного не врубаюсь. Еще выше надо. Так, ладно. Ну, сначала мы сюда сходим. Ага. Тут надо эту вышку. Так. Все с вами понятно. Давай, 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 давай. Ревелио. Сначала наверх. Башня, башня. Башня, башня. Башня, башня. Стой, едь. Смотрим перчатки. Перчатки взял. И вроде как высший класс защиты был, чем у меня сейчас одеты. Сейчас и посмотрим. Оценим. На 6. Одену пока. Какой-то плащ подобрал. На 15 больше защита. Тут еще что-то взял. Ну тут низко. Да. Так, можно будет продать. Идем вниз. Ревелио. Что нас ждет? Ну, такой телескоп мы уже один раз видели. Кто смотрит за моим видео, видел уже такой телескоп. Рядом с деревней. Понятно. Не можем призвать. А вот интересно, залететь-то мы сюда можем, если мы уже первоначально на метле будем. Глядим. Так. Спокойно. Нет. Не обмануть тут систему. -то. Я хочу в текстурах не застрять. Так. Чуть ниже.
Ревелио. Охренеть! Это что, у меня так карта открылась? Ну-ка. Или просто глюкнуло так, ну там пипец. Давай пониже, пониже. Так. Ревелио. Надо будет еще испытание. Испытания, это, кстати, прикольные. Мне нравятся такие. Ладно. Сейчас соберу вон. Ждем. Где там профессор у нас? Over here. Я здесь. Я вижу, что ты здесь. Я тоже здесь. Ну же. We're not alone. We are Мы не not. Одни? Нет, здесь My сторонники Эрнрока. Вижу как минимум дюжину, но их может быть гораздо больше. А можно трансгендировать отсюда прямо куда-нибудь? Могли бы мы, может, понятия не имеем, что творится в башне. Но самое главное, я хотел бы выяснить, что они тут делают. Их лагерь впереди. Прежде всего, давай проведем небольшую разведку. Пойдем-ка. Сейчас, подожди. Небольшую разведку. Подожди. Вот так. Давай сюда. А, да господи, так я же их перебил. Сколько там? А нет, смотри-ка, еще там не стоит объявлять о нашем прибытии. На. Or I suppose we could charge right into their mist. Давай. Расследуйте преступление гоблина. Или что, если я не должен быть скрытно? Или тут без разницы? Ну, давай. Ревелио. Вот тебе надо, что тут расследовать-то? Ой-ой. Ревелио. Инсендио. Ладно. Ревелио. Ты так долго будешь, ну-ка. Есть у меня кое-что. А да, небольшая задумка. Как можно обойти это снаряжение? Так, сохранить. Так. Попадаться мы на это не будем. Которая 15-я, пусть будет 15-я. Мы на 14-е. А теперь загрузить. Конечно, да. И сейчас посмотрим. Может, у меня не прогрузилась местность просто. Ну, код, перекод. Терроризирует мою технику там. Боже, боже.
Ай-яй-яй-яй-яй. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And Watchman Charm here. Да уж, сюда. No sense in announcing our arrival. Так, расследуйте присутствие гоблинов. Ravenia. Seems quiet. Too quiet, if you ask me. Так. Quickly now. Воин сторонников Ранрока, так. Если подкрадываться врагу незаметно, вы можете наложить на него Пертферикус Тоталус. При этом слабые враги окончательно выводятся из строя, в то время как более сильные получают значительный урон. А он у меня есть, этот Пертферикус Тоталус, если, конечно, это не основное. Подожди. Нужен. Давай названия какие есть. Где пульсы? Так. Это что такое? Трансформация. Ну, интересно, но все равно ненадолго же это. Так, переворачивает объекты врагов сверх ногами задом наперед. Вот взрыв. Так. Надо будет их как-нибудь потом всех на одну строчку вывести. Так. Авада. Круцио. Ну это недоступно, да. Ладно. Будем пытаться. Так. Stay hidden and Tartarus. Бунк. Блин. Нормально так разобрались. Ревелио. Шар фугами цвета с ключами. О! Записка от гоблина. Сейчас прочтем. Orders. Directly from Ranrock. Это так. Обыщи башню и все вокруг, ищи что-то, что связано с именами. Если найдешь, возможно, мы наконец получим ключ к достойному будущему для всех гоблинов. Ревелио. Ладно, еще что-то искали же. Подожди, перед тем, как туда зайти, я сначала здесь гляну. Действительно, ничего такого. Проследуйте присутствие гоблина. Ревелио. Не понимаю. Что именно мы ищем?
Confringo! Defender! Так. Protego! Revelio! И ты не знаешь, да, старый? Опа. Тихо. Что за самогонный аппарат? На. На. Вот так. Конфринго. На. Ой. Так. Да подожди ты. Так. Да. Подожди. Вот так. Да. Чё, не справился с капустой, да? Чё, гоблины всегда наблюдают волшебников здесь, но это прясно. Понятно. Подождите. Так-то нифига, какой-то спецотряд был. Вот рябиновый тварь хоть восстановили. Было 15, ну, правда, я до этого потратил. Обыщите башню. It's locked. Я видел, and кто-то бегал там. Very handy. No time а это now, метла. But if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Ваши ячейки снаряжения заполнены. А что именно заполнено-то? Можете сказать? Блин, столько вроде проходит. Вот поэтому и надо проходить эти испытания Мерлина. Ну-ка, пишем! Мне уже ручка не пишет. Другую возьми. Так. Шарфы, наверное. Шарфы надо будет продать. Ваши ячейки заполнены. Найдите испытание мерно, чтобы повысить вместимость ячейки или продайте. Ревелио. О. Someone was an avid reader. Кто-то тут заядлый читатель, а вот мне большинство названий о чем не говорят. Да. Ревелио. Пойдем. Будем смотреть. Ой-ой-ой. Так. Welcome to San Bacar's Tower. Ну, говори. Hello, professor. Здравствуйте, профессор. Вы сказали башня. I did. Сана, так, именно с профессором Бакаром еще один хранитель вам только предстоит познакомиться. Я рад, что не ошибся, когда после прошлой встречи предложил, что мы скоро увидимся вновь. Хотя, судя по шуму, что я слышал, вам было несколько легко сюда добраться. Да, профессор, рядом с башней мы столкнулись с гоблинами. That goblins то, что гоблины знали о моем сейфе, само по себе тревожит. Но если они додумались связать его с этой башней, то угроза куда сильнее, чем я думал. В таком случае нам тем более нельзя терять времени. Внизу возле входа находится хранилище древней магии, вы уже такие видели, теперь оно открыто.
commanded to access используйте его, doorway, чтобы пройти к двери. Увы, больше я пока ничего more. Не могу сказать. Профессор Фиг не может пойти с вами, так что мы с ним будем ждать вас в зале картографии. Запомните то, что видите. Да. Профессор Фиг со мной не сможет пройти. Нам надо выяснить, откуда сторонники знали о башне, ранее принадлежавшей волшебнику. Но пока есть более важные дела, требующие вашего внимания. Например, хранилище древней магии, если не ошибаюсь. Да, сэр. Тогда оставлю это дело в ваших умелых руках. Однако будьте осторожны. Хорошо, сэр. Встретимся в зале картографии. Итак, а сейчас замок. Сейчас резервуар. Так. Не хочешь падать, отказываешься, значит, да? Ладно. Я это запомню. Ревелио. Так, что сделать-то надо? Найдите начало первого испытания. Так. Lumos. Так, здесь я уж не помню. Incendio. Reparo. Revelio. Accio. Depulsa. Revelio. Это не совсем. Так, я понял, что это старикан как-то должен двигаться, да? Будем смотреть, что здесь да как. Войти. Первое испытание. Ну, даже интересно, что ты там испытывать-то будешь. Посмотрим. У меня, по любви, по идее, должно хватать знаний, чтобы пройти первое испытание, иначе бы я до него не дошел. Так что будем, как говорится, поглядеть. Делаем уроки! Ревелио. Ну-ка, тихо.
I've seen this before. Так, идем. Что такое может было так? В западной секции такое было. Ну давай. А я же разбил. Опа, обратно восстановились. Ладно. Ревелио. Ревелио. Так. I presume we're looking for traces of ancient magic. Нужно найти следы древней магии, но где же? Внизу, где же еще? Следуем. Строим. Something. Best have a look around. Магия, хоть и древняя. Беги. Теперь сюда. Ваши ячейки снаряжения заполнены. Опять сюда бежать потом. Так, так интересно построено там. Ага. Вы-то, надеюсь, не восстанете. Опять следы древней магии. Что-то должно было измениться. Стой. Еще что-то есть, нет? Еще что-то есть, да. Так. Ну что там, что там, что там? Ничего, апатия. Кто-то поставить надо. Ревелио. Как бы в готике. Минутку. Ну, значит, все. Так, потом с контрольную работу будешь делать с мамой. Да. Мне неохота, чтобы они вставали. Особенно, когда я здесь поблизости. Не дай бог, хоть один из них живет. Это что, могу что-то сделать? Так, ладно. Ага, ты-то нет, не очень-то приятно их видеть, но этот раз я хотя бы знаю, чего от них ждать. Так. 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 Так, еще, еще. Incendio!
такое у тебя перец. These look familiar. Акио. Иди сюда. Так. Ревелио. Так, ну-ка, давай сюда. Так. Следуем. Так, и что это у нас такое? Такое было, нет? Ваши ячейки заполнены. Короче, сюда по-любому надо будет еще возвращаться. Акио. Ревелио. Акио. Статус. Ой. Ох ты. Обезопасим себя, мало ли. Вдруг они способны воскрешаться. Уверен, тут какой-нибудь поди есть такое. Разбей все предметы и получишь бонус. Так. Давай сюда. Исследовать. По-моему, нужно осмотреть эту арку с обеих сторон. Вот так. Так, ну-ка давай сюда. Странный предмет. Так. Так. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Кати. Something must be different. Да что его мать-то?
Так, а как мне? Акио. А, ну-ка, подожди. Вот так. Опа. Уверен. Ага. We'll never get used to these floors. Кстати, мы уже... Кстати, мы уже проходили. И гравитационная хрень какая-то. Так. Акио. Ревелио. Нет, нет, ничего такого. Вот оно. Defender, Акио. Confringo. Ой. Incendio. Твою ж мать. Так. А, так они тоже могут друг друга, что ли? Вовремя. Да. Вот так. Что, еще что-то должно произойти? Так. Надо толкнуться. Давай. Ой-ой-ой. Далеко так, а теперь глянь-ка, что изменилось по обе стороны. Ревелио. Давай.
Да, это хорошо, что тут есть отвары. Как бы пропустил бы их. Открывайся, Сезам. Акио. Ревелио. То рябиновые отвары, все. Понтом еще. Волну пустили. Don't like the look of this. На. Себе. Чуть-чуть осталось. Конфринго.
Мощно, мощно, конечно, был. What a relief. Ну я мощнее. Побежали. Опять волна. Ну, свои пендрежом же надо меня довести. Вон оно что, Михалыч. Подожди, перед тем, как мы возьмем... Я хочу посмотреть. Мало ли, что тут спрятано. Ревелио. Любой эликсир, любой, не знаю, растение, все сойдет. Блин, ячейки заполнены. Смотрим, омут памяти. Сейчас мульк. Ну-ка, тихо. Давай, давай, давай. Макай свою рожу туда. Опа, что мы видим? Возвела. Ваша способность преображать окружающий мир просто поразительна. Что такое? Отцу не становится лучше. По-моему, он уже никогда не отправится от потери сына. Видеть, как страдают дорогие нам люди, истинное мучение. Засуха случилась много лет назад, но боль потери для отца все так же остра, как если бы умер только вчера. Ну-ка, ставьте кота! Ему не нужно, не нужно благородство. Или что там? Что, если я могу помочь ему? Вы уже столько делаете для отца, а вы... Но это мало, я хочу избавить его от боли. Убить, что ли, его? Издрело. Я знаю, есть искушение использовать магию, которую вы только осваиваете, чтобы преобразить не только физический мир. Но сами по себе человеческие эмоции – могущественная сила. Даже самая благонамеренная и умелая ведьма никак не может знать, с какими последствиями приведут необратимые вмешательства в эту силу. И что, я должна просто смотреть, как это боль его расхерачивает? Вы не имеете права забирать эту боль. Ну, да, душевные раны, они делают из нас тем, кем мы есть. Потому что, если, допустим, был ребенок, и он умер... Да, это страшно. Каждый год какой-нибудь студент видит в своих чайниках что-нибудь хорошее. Мисс Морган, с возвращением в Хогвартс. Профессор... К этому придется немного привыкнуть. Профессор Риквуд, мне было так приятно узнать, что вы приняли должность профессора защиты от темных искусств. Присаживайтесь, Исидора, расскажите нам о своих путешествиях. На самом деле, я надеюсь, что вы и остальные могли бы заглянуть ко мне в гости. Я так много хотела бы вам рассказать. Замечательно, мы исчезнем остальных. Очень хорошо, тогда до встречи. Ой, мне что-то, кажется, она недоброе задумала. Артефакт из омута памяти. Хм, еще одно воспоминание. Теперь надо быть... Так, что у нас? Куда-то идти? Опять этот прозрачный камень. Должно быть этот путь обратно в зал картографии. Все может быть. Туда-сюда ходить. Рука. Некоторые задания дают особые награды, такие как новые заклинания или коллекционные предметы. Обратитесь к журналу заданий, который поможет вам решить, какое из них выполнить следующим. Ну-ка, давай. Пап, не нужно. Нет. А
Нет, потом. Все потом. Они сейчас смотрят, как я прохожу. Да и чего? Они смотрят. Они еще как живые. Нет. Ну-ка, ты, я предупредил. Мы будем разговаривать по-другому потом. Еще вот, пока единорожку. Нет, не надо. Вот с единорожкой пока там сидите. Так. Ну давай, побеседуем. Я расскажу тебе о своих приключениях. Вот и другой профессор появился теперь. Я учусь в Хогвартсе, сэр, а это профессор Фиг. Профессор Чарльз Рупут, к вашим услугам. Кто-то прошел первое испытание. Да, и профессор Рупут. Мы видели вас в омуте памяти в Весингофе с профессором. Верно. Значит, вам удалось найти портал, ведущий в сейф профессора Эксима, и расшифровать карту из медальона, который висел над тем омутом памяти? Удалось. И над последним омутом памяти висел какой-то предмет, который я не могу опознать. Ах да, вы надеетесь подобный артефакт с каждым испытанием хранить их в безопасном месте. Они вам понадобятся, чтобы пройти весь уготованный вам путь до конца. Соберите все артефакты, и мы сообщим, что делать дальше. Что ж, можете рассказать что-нибудь о следующем испытании? Прежде чем вы приступите, я хотел бы обсудить с Чарльзом ситуацию, сложившуюся из-за гоблинов. Гоблины? Этот ученик видит следы могущества темной магии, которую владеют гоблины. Они с наставником профессором Фигом столкнулись не только с гоблинами, прыскавшими возле башни Сана, но и могущественным гоблином в моем сейфе в Гринготте. Будет разумным приостановить дальнейшие испытания, пока мы не разузнаем больше. Мы доверимся вашему суждению в этом вопросе. Итак, постойте, профессор, эта фамилия Рукут, не кажется ли вам, что есть какая-то связь с Виктором? Может быть, неприятно несколько, это возможно. Да и важно ли это? А пока скажите мне, что вы увидели в омуте памяти? Перед тем, как стать профессором Хогвартса, ведьма по имени Исидора из последнего омута памяти спросила, спорила с профессором Реквином, исчезнет насчет использования магии за память. Будет надеяться, следующее воспоминание в омуте памяти позволит узнать больше, пока нужно выяснить, что известно. Честно говоря, понятия не имею, с чего начать. Вообще-то у меня есть кое-какие кое-что на примете. Однажды я видел, как Сирона разговаривал с гоблином в трех метрах. Кажется, они дружат. Что ж, стоит попробовать. Посмотрим, что вам удастся выяснить. Вы, конечно, не забывайте об учебе, да, сэр? Учиться, учиться, еще раз учиться, как завещал нам Ленин. Так. Профессор, вы встречались с клубящимися следы магии, помимо тех, что были на нашем пути? Вроде нет, а что не такое? Они свидетельствуют о попытках хранителей управлять силой древней магии в наше время. Если я прав, а я часто ошибаюсь, с их помощью вы сможете стать более искусным волшебником. Спасибо, сэр. Буду смотреть в оба. Так, в общем, какие-то сгустки магии есть, которые я могу собирать и становиться сильнее. Ну, это я так понимаю, по их словам. Только я не понимаю, какие это сгустки магии. Может, я их и видел, но не обращал на них внимания. Так что... Ну, красиво, красиво. У меня, правда, не такая графика, как здесь сейчас показано. Ну да. Давай. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Спасибо, что смотрите. Кстати, коплю на видеокарту. Кто хочет помочь, ссылка в описании. Пока.